Всем привет! С вами Inform TV. Любовь зрителей Джина Лалабриджида получила не только благодаря своему таланту. Во многом ее любили за неземную красоту. Фильмы с ее участием стали культовыми, а она навсегда вписала свое имя в мировой кинематограф. Сейчас актрисе уже 92, и всем поклонникам интересно, как же выглядит их любимица и как она живет сейчас. Детство Джины пришлось на военное время. Она пережила и бомбежки, и разрушенный дом. Первый раз в кино появилась еще в студенчестве. Это была картина «Черный орел». Вскоре девушка заняла третье место в конкурсе «Мисс Италия». Интересно, что победительница тоже стала актрисой, но не получила и тысячной доли того признания, которое оказалось у Лалабриджиды. Далее последовали картины «Без ума от оперы», «Любовный напиток» и, конечно же, любимая всеми «Фанфан Тюльпан». Именно после этого фильма на девушку обратили внимание режиссеры Голливуда, и она стала настоящей звездой. Закончив сниматься уже в достаточно преклонном возрасте, Джина оставила яркое наследие. Личная жизнь ее сложилась не менее интересно. У нее были отношения с Юлием Бринером, Джорджем Кауфманом, Фрэнком Синатрой и даже Юрием Гагариным. На долгие годы актриса состояла в единственном браке с Милко Скотичем, врачом из Югославии. В 57-м у пары родился единственный ребенок, которого, как и отца, назвали Милко. Спустя 10 лет они развелись. В 94-м сын сделал маму уже бабушкой. Несмотря на то, что актриса больше не соглашалась идти под венец, от одиночества она совершенно не страдала. Несколько раз она заводила и, как пишут СМИ, даже сейчас продолжает заводить отношения с молодыми любовниками. 6 лет назад сын актрисы даже подавал в суд, чтобы признать мать недееспособной из-за постоянных похождений, но иск отклонили. При этом аферисты постоянно окружают женщину. Один молодой архитектор даже зарегистрировал брак без ее ведома. К счастью, суд его успел аннулировать. В общем, Милке сейчас скучать не приходится. Все время нужно следить за любвеобильной мамой. Сейчас Джине уже 92 года. Актриса утверждает, что стареть не собирается, а проживет гораздо дольше 100 лет. Ее тетя скончалась в 113, поэтому женщина планирует пожить еще как минимум 20. Что ж, мы желаем любимой актрисе 20-30 и больше лет жизни. Пусть она будет здоровая и радует своих поклонников. Если вы помните эту прекрасную и талантливую артистку, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!